Новая трасса соединит наш город с Хабаровском и Амурской областью. В Совете Федерации прорабатывается предложение о строительстве дороги вдоль Охотского моря. Об этом известием сообщили сенаторы от Магаданской и Амурской областей Анатолий Широков и Иван Абрамов. По предварительным данным, ее протяженность составит более 1000 километров. Бюджет проекта 90 миллиардов рублей. Инициативы политики обсудят с Минтрансом и Минвостокразвития и предложат включить в национальную программу развития Дальнего Востока в сентябре. В данный момент доехать из Магадана до Хабаровска или Благовещенска можно через Якутию. Из-за объезда на дорогу уходит много времени, а экстремальные климатические условия часто приводят к ДТП. При этом качество полотна оставляет желать лучшего. По словам Ивана Абрамова, решение позволит не только улучшить транспортную логистику между данными регионами, но и соединит столицу Колымы с Байкало-Амурской магистралью. Таким образом, удастся снизить стоимость доставки товаров и сделать жизнь в Магадане дешевле.